Всем здравствуйте. Снова решил погулять по лесу. Свежий снежочек. Это середина ночи, наверное, он закончился. Тут пока только следы косули. Свежие лиси. Зайчего еще не пересек. Не знаю, сейчас схожу, где в предыдущий раз поднимал. Там погляжу, есть, нет. Ну, кружочек дамы домой, недолго, недалеко пошел. Косули тут, листики кушают, ходят. Вот так вот тут, что заснять получится, не знаю. Не тот провод взял от экшн камеры, от зарядки. Зарядка для телефона в итоге оказалась. На улице по ощущениям интернет кажется 16 градусов. Сейчас на солнышке тепло, ветерка нету. С утра ворона выгоняла, ага. Прямо лицо так примораживало. Снег хрустит здорово. Зайца получится найти, не знаю, подпустит насколько. Ну, насколько подпустит. Не главное добыть, главное процесс. Идем дальше по лесу. В общем, вот наткнулся на свежие следы зайца. Тут вот у него уже то ли двойка, то ли фиг знает, то ли он тут кормился. Есть в эту сторону вот у него тропинка. Сейчас поглядим, посмотрим. Все стороны следы. Тут его сложно найти. Старенько выглядит.
Ну что, в общем, возвращаюсь домой. Зайца так и не видел. Все там в этих кустах избегано. Может, он там и не один. Но, как мне показалось, потом пересек след уже как прыжками. Не стал там лазить, торопить их дальше. Завернулся в обратную сторону. В надежде, что тут где-нибудь в молодничке еще следок будет. Но, видимо, нет. Куда-то он сместился, куда-то ушел. Только косули, одни косули. Вот так вот, такая прогулочка. На солнышке хорошо. Борода моя замерзла. Это значит, в районе 20 градусов по ощущениям. Ну все, всем пока.